еще будет идти. Ой. Ну, идем, мам. Что там? Да господи, чего? Новый год я фоткал. Это какой год-то? Ты беременная была. Беременная? 17-й год, да? А вот я сейчас смотри, что нашел. Чего? Так, ну это вы там... А, да, это Сережа. Ну, бери в ноги, что с вами. Вот такой торт, помнишь? Сейчас он проверит. Чего он тебя какой-то мутно видный? Мы его, пом. А ты его печенье не перевернул-то? Это на... Тетя Таня делала, это еще на... Как же его... Ящерка, а вот эти птичек мы домой забрали. А, это птички? Торт мы съели, а птичек домой. Тебе они еще не понравились на вкус, а я их доел. Ну, они птички. Сначала вроде так ничего, что ли, потом, да, беременна была, да, токсикоз был, и как-то они мне это не пошли. А где? А, она еще мне дала какую-то, это, а как где? Ее? А где была мама? Домой какую-то штучку. Так, Дима, не мешай. А видео покажи. Покажи видео, где Дима там маленький сегодня ты показываешь. Я вот еще есть видео, я искал, не нашел нигде. Да? С папой лежишь ты? Да. О, с папой. Вот он, папа твой, да? Где же она может быть? Папа с Димой. Да? Два галышика. Я ходил фоткал. Тут я сползаю. Вот я в отрадной есть, ты беременна была. А это ты вот это где-то за месяц перед тем, как ты родила Дима, это я ходил фотографировать. А, ну это ходил, а ты покажи Диму-то. Ну вот ищу. Там же было. А вот мы сегодня смотрели. Покажи, покажи. Ну где-то еще должна быть видеозапись. Ну покажи, покажи. Тебе видеозапись нажми, показать, нажми, Дима? Да, нажми. Запись давай, а там как будто на записи не делится. Да где-то еще было. Дима, Дима, цок-цок-цок, цок-цок. Он еще меньше. А вырос, Дима, 4,5 уже Диме, да? А, давай посудим. А тебе сколько лет? 44. А тебе сколько? Много. Много лет? 8? 80. 5? Мы сегодня смотрели. Ага, 85. А где ты еще была? Да, ну я еще поищу. Ну что ты так долго тут? Ну что долго? Дима, какой вы? Искрачи, скрачи, мой конь, пусть никто нас не догонит. А ну-ка давай-ка мы коня пришпорим. Шлеп-шлеп-шлеп. Йо! Искрачи, скрачи, мой конь, пусть никто нас не догонит. Что со мной папа делает? Скачи, скачи, мой конник, пусть никто нас не догонит. Хайса, хайса! Вы тряситесь, мои щеки, тряситесь, мои щеки. А кто там лежит и где? Приехали. Дима, где мы? Где мы? Дима, где мы? А, боже. Это мы где? Понятно. Знаю, поискать. Да их мы сделаем, давай. Все нормально. Интересно, да, все, посмотри. Маленький Дима, да? А сейчас как он стал. Большой какой, высокий. Косматый сегодня. Да, вот какой. Да, вот какой высокий. А я был вот такой. Да, вот такой. Такой был, потом такой, потом такой, а потом вот такой. А потом вот такой. А потом такой, да? Да. Вон твоя кроватка. Давай ее сглядим. Тук-тук-тук. Да. А вот я дай музыку тоже встать сюда. Что он мутный? Бабочка вон. Бабочка вон твоя. А, кроватка. Ну, маленький был посередине. Еще одна тут была, что ли, музыка? Еще одна? Нет, это только та. Давай ей включим. Давай мы включим. Вот и это. Так. А еще какой тебе показывал видео? Да какой-то еще был. Вот это давай. Так, сейчас, подожди. Ну как с мамою? С ним и с мамою? Да сюда, господи, я вот здесь вот. Вот же я. Вот я. А, вот это мы не видели. А телевизор сегодня. Не знаю, покажи еще раз, что там видит. А, Вова зевает. Ой, тетя зевает. Маленький. А зачем ногти заезжали там, а? Барышка там что типа. Там на прогулку мы с тобой собирались. Это, наверное, уже осень была. Ты
Ты летом родился? И вот варежки надели. Да, шапочку тебе одели. Вот. И курточку тоже. Курточка, да, такая. У тебя была тепленькая, хорошая. Я наварилась курточка. Не знаю, тебя надо спросить. Вы спросите. Вот такой лежит. Ага, и он глазами смотрит. Это куда что это? Такое? Ага. Ух, это Дима. Гость. Тебя Дима звать? Да? Дима. А где у него язык? Вон язычок. Зубок не было еще тогда, росли попозже. А, да, улыбнись, Дима, улыбнись. Димуля. У него ресниц нет. Димуля. Ресниц нет. Димуля. Какие Димочка. Глаза простые. Сынок. Дима, да. Сынок. У меня все смайлики. Ну, что ты прячешься? У меня были вот такие. Ну что, посмотрим, тут будет. Вот тут, вот тут. Это да. Мы тоже смотрели все. Давай посмотрим. А был еще какой-то... А, сосочку он искал. Димуль. Да. Соску нащупал. Не вается. Она убегала. Ты что, плачешь, Димуль? Мне вот это вается. Димочка, зачем ты плачешь? Ну что, ты обиделся, да? Ну там темно. Чего ты обиделся, сынок? А? Мы спали, я спал. Стой. Ну спал ты, когда родился, Димочка. Много спал. Почти зачем спал. Ты кряхти, обиделся? Кряхти. Димуль, да что такое? Соску достать. Соска не ползет ко мне совсем. Лежит зачем-то. Ну, там помутнело, папа. Да что ты? Папа, смотри. Ты отворачиваешься. Ну я смотрю, вот что там. А, вот на, нашли соску. Вот. Нашли. На. А. А. Кто, Дима? Ну да. Актер. Комедийного. А, типа руку поднял и улыбается. Лялька улыбается. И соску держит. Соску держит там, разве? Да. Вон она. Нарядный. А как Дима изменился, да? Совсем не похож, какой был, да, какой стал. Что там такое? Смотри, вон там. Почему не похож? Похож, мне кажется. Не изменился совсем. Если ему взять вот, без волос, посмотри. Вот так вот мордашку. Так, одну. Мы уже это видео, все видео посмотрели. Ну, давай, что дальше? День моего любимого мужа. Ему сегодня исполняется, как вы видите, 37 лет. Поэтому он сейчас задует свечки, а загадать желание, задует вот свечки. Интересно. Давай, любимый. А видно, что мало уже. 73 мы точно так же обильно праздновали мое. Не, ну ты про себя загадай нормальное желание. Какое слишком? Поближе торт подвинь себе. Да я сейчас задушу. А, ты меня сейчас дуешь, наверное. Тортик. Отпало все. Моя красотка. Пришла. Милиционер. Дети, надо да, посмотреть и любоваться. Да, там какая-то, я думаю, как раз у бани. А, это от свадьбы осталось. Да, ты же любишь все наверх закидывать. Да. Вот там, она что-то у меня не хочет. Свечки вынуть надо. А что, вынуть надо? Конечно, что-то все. Стоп. Вот видишь, как интересно. Дим, потом дим. Пересматривать видео. Давай сейчас еще посмотрим. Подожди, последний. Второй? Один. Что там, продолжение? Завтра мы вот сколько посмотрим. Вот был уже фотоаппарат. С Илюхой, по-моему, это. С Илюхой, с Илюхой. Так, внимание у нас. Илья едет на санках. Это кто? Я себя записываю. Вот сейчас он мусор уберет весь. А, кстати, ты его в лицо пушил. Чтобы ему ничего не мешало. Не дай бог. Он в гости пришел, ты его в лицо пушил. А то кубарем полетит. Смотри, там только мусорка, Илья. Мусорка, и тише. Аккуратнее. Зато вперед поедем. Снимаю. Снимаю. Что-то он не усядется никак. Кости скрипят. И улетает. Как-то ты упал, кстати. Что ты потерял? Папа, что ли? Первый взял за шапкой. Ну ты его не помнишь. Ты маленький был, к вам в гости приходил. Гулял тоже с нами. Еще в коляске лежал. А это мусор? Мусорка, он чуть мусорку не угодил. Снимал еще на фотоаппарат, поносил. Это свечка. Смотри, как спортсмен бежит. Дын-дын-дын-дын. Не спеша, как я. Тебе интересно? Интересно. И мне тоже. Ну, как впечатление?
15. Как спортсмен прям. Сейчас опять он упадет. Как впечатление? Это папа был. Папа в очках. Ну и как? Вроде мусорку не задел. Жалко, жалко. Мы так надеемся, что ты прям головой туда нырнешь, а? Это да. Ты? Да. Кто-нибудь хочет еще? Да ты его не помнишь. А кто это тогда был? Подожди, Дим, сядь, а то я ничего не вижу. Ну сядь. Это деда Юма был. Деда Юма. Еще опять есть, блядь. Что, Илюха? А, он с лестницы сейчас, по-моему. Лестница? Что-то он с какой-то лестницей. Не толкай. Не толкай, он уедет. О! Вот, ветерком. А, остановился, да. Почему? Сугроб въехал. Это в этом, в Струковском, да? Ножками надо, ножками. Опять санки сломал. Санку? Опять сломал. Нет, ничего, опять круто. Мягко. Только надо дальше ее прокатать. Круто, мягко. Надо ножками, правой ножкой направо, левой налево. Санки забрал. Давай без нее. Разобраться. Да, может, лучше без нее. Давай. Вот так вот. Давай. Ну, помаши. Это я. Я. Ну, не попробуешь? Дим, сядь, еще у нас видео есть. Сядь. Последние два идея. Опять смотрели, смотрели, вот это смотрим. А, это я что-то кушаю. А, это там, это. А, смотри, перчу, сучек. Мой муж кушает суп. А, смотри, у меня какой лук. Мне кажется, ты не изменился. Блин, мне еще надо имбирь. Ну что, все? По-моему, да. Имбирь тебе. Так, Дим, сядь еще раз. Сядь, Дим. Я же не дал короткий. А, короткий? А там еще один есть. А, там еще один есть, потому что там встал. Я поняла. А все равно видно, что я моложе. Все равно. Да ладно, мне кажется, не изменился. Вот, смотри. Ага, снимаю. Ага, да, наш первый лук. У меня лук. Иди. А сок какой-то ты мне нагнала. Соковыжималка у нас была. Моя есть. Морковная. Морковная. А там елка что стоит еще? Елка, елка, которую мы провязали, по-моему, как раз. Да, кривая елка была. Начинается, Жень. Имбирь. Хотя уже снимаю. Имбирь, кривая. Бук, а мне сейчас букмарк. Букмарк, да? Она наклонилась куда-то. Елка тут у нас наклонилась. Она вот так. Она суп еще из тех тарелок. А это у нас тарелки. Подставка сохранилась? Да, кстати, она сохранилась единственная. Ага. А тех стаканов уже нету, по-моему. Что там ты ел? Даже сопли не текут. Ну вот так мы жили. 2015 год. Сопли текут. 2015, по-моему, да. Никакой грипп не хватит тебя. Ага. Мне 37 лет. Зато у тебя там что-то щекочет в груди. Не, все равно видно, что как мало, как чем сейчас? Будет год. Просто не бритый. А вон это морковь. Что-то мало ты берешь. Давай, а вот тарелочку с салатиком. А вот и горошечки. Горошечки, да. Что, елку не покажешь, что ли? Ну, вон она вот прям на посуду. Сюда. А елка на посуду. А вот и елка. Она на посуду. Видишь, какая елка у нас была? Да? Она на посуду. Большая, да. Старыми. Нет, она к батарее была привязана, потому что она кривая. По дешевке купили кривую елку, она падает. Мы ее привязали к батарее, она стояла. Ну, когда это ее мы вытащили в мае? По-моему, ее, да. Колючки собирали. А мы другие до тепла стояла. Вот другой это клочи. А там календарик, помнишь, висел, там все всякие картины. А помнишь, я календарик поменял, там речка. А ты такой, ой, я думал, тут змея. Но как-то речка извилистая какая-то была. А, что-то да. А почему такой большой? Сок у него стоит яблочный, натуральный. Ну, я яблочный сок. А почему такой?